места притяжения. В малых городах и округах Чувашии продолжают создавать общественные пространства для отдыха. Проекты благоустройства каждый год выбирают на всероссийском конкурсе. Работы по созданию комфортной среды уже начались в Новочебоксарске, Алатыре, Шумерле, Цивильске и селе Порецкое. Как преобразятся муниципалитеты и куда после реновации стоит прийти прогуляться туристам, увидел мой коллега Дмитрий Ковалев. Это историческая часть города Алатырь, настоящий портал в прошлые века. Здесь благоустроят центральную улицу Ленина и площадь Революции. Во время работ проезд для машин закрыт. Сейчас продолжается вырубка деревьев, которые закрывают обзор на купеческие особняки. В историческом квартале будет чем полюбоваться и сделать эффектные снимки на память. Здесь обустроят бульвар с цветочными клумбами и кафе с уличными террасами. Для прогулок будет больше места. Сейчас пешеходная зона – это тротуары вдоль дороги. Автомобилистов тоже не обделят. Правда, проезжая часть станет односторонней. Министр строительства республики проинспектировал ход работ. Визуальную концепцию Павел Данилов добавил и свои штрихи. Просто под лофтовский стиль, да, зачистить. Зачистить наоборот от всего, на чистый кирпич. Дешевле будет, и там это. Это проработано. Фасады приведены в порядок. У нас вот то здание люди привели в порядок, проезжали. Вот оно, вот вон, угол видно. Вот, в принципе, точно так же. Историческая часть Алатыря должна стать привлекательной и для туристов. Главная проблема таких территорий – яркие вывески. Власти города рассчитывают, что и предприниматели последуют концепции проекта. Мы должны дать возможность нашим гостям и жителям города Алатыря увидеть вот во всей красе квартал примерно где-то 19-го, начала 20 века, тех времен, когда, собственно, присутствовала в городе вот практически только такая архитектура, и они бы могли погрузиться в эту атмосферу. В Порецком тоже обратились к истокам. Здесь на улице Кооперативная обустроят игровые площадки, цветники, променад и даже амфитеатр. На площади посадят декоративные деревья. Для них подготовили специальные зоны с системой полива. Общественное пространство должно привлечь и бизнес. Предпринимателям предоставят торговые ряды. Мы клич кинули, и, например, даже не только в Чувашии, а предпринимателям соседей Нижегородской области. Потому что исторически уже много, ну, всегда жители соседнего региона, они приезжали на Порецкую ярмарку и тоже торговали своим товаром. Продолжаются работы и в городе Шумерле. Благодаря грантам из федерального бюджета здесь благоустраивают парк имени 50-летия пионерской организации. В лесном массиве прокладывают экотропу. Это путь к столетним дубам. Отсюда, от этих вековых дубов, от вот этой дубовой рощи и пошла вся Шумерля. Поэтому мы решили их открыть и показать. Теперь во время прогулок, в принципе, проходясь по территории с детьми, можно об этом рассказывать. Центральная площадь города тоже преобразится. Впрочем, не все местные жители были рады благоустройству из-за сноса памятника Ленина. Вождя пролетариата в бронзе вернут на свое место, отмечают в администрации муниципалитета. Руководитель регионального Минстроя говорит, что реализуя проекты создания комфортной среды, всегда необходимо соблюдать баланс. Чаще всего много недовольных вырубкой деревьев. Нужен только индивидуальный подход. Вот мы сегодня видели о том, что даже вот из тех, которые деревья остались, что есть больные деревья. Ну, они даже не обладая каким-то специализированным образованием, видно, что они визуально радости точно не доставляют. И держаться просто за дерево, потому что это было дерево, оно было здесь всегда. Это, наверное, не тот аргумент. Но я считаю, что нужно еще раз обратиться к биологам, посмотреть, что можно убрать, если это вообще необходимо. Все проекты победителя федерального конкурса должны быть реализованы до конца следующего строительного сезона. Павел Данилов отметил, что срывать сроки благоустройства недопустимо. В этом году еще два города республики стали обладателями грантов на реализацию проектов комфортной среды. Так, в Мариинском Посаде преобразится Государева гора, а в Канаше благоустроят центральную улицу между железнодорожным и автовокзалами. В каждом населенном пункте должны быть свои места притяжения. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.